К севу яровых культур в Ковылкинском районе аграрии Талины приступили 12 апреля, опередив коллег из других районов республики. Уже засеяли ячмень и горох. Сейчас в серое полотно ковылкинских полей отправляются семена масличного льна. Общая посевная площадь занимает 153 тысячи гектар. Весенний сев запланирован на площади 104 тысячи гектар. На сегодняшний день посеяно 45 тысяч гектаров ранними яровыми культурами, или 43% от занимаемой площади. Завершить сев ранних яровых культур в агропредприятии планируют через неделю. Затем, по мере прогревания почвы, настанет очередь теплолюбивых культур, в частности, сои. На посевной задействованы 34 посевных комплекса, которые работают в круглосуточном режиме. Каждый такой агрегат в среднем за сутки засевает 180-200 гектаров в зависимости от конфигурации поля. Семенами ГСМ обеспечены, средствами защиты растений обеспечены на весь полевой сезон 2024 года. Посевные работы идут и в других хозяйствах Ковылкинского района. Посевная площадь по муниципалитету 64 409 гектаров. Порядка 48 тысяч гектаров задействуют подзерновые и зернобобовые, около 14 тысяч под масличные культуры. Всего же аграриям Мордовии нужно посеять почти 517 тысяч гектаров яровых культур. Ольга Данилова, Максим Бекеев, «Народные новости», Ковылкинский район.